Победа Украины – единственный способ закончить российско-украинскую войну. Это гарантирует безопасность не только самой Украине, но и всему региону. Победа Украины – это победа демократии, считают эксперты. Любой другой исход войны только усилит российскую агрессию. Российская Федерация поставила все устои цивилизованного мира под сомнение, под постоянный террор, под условия постоянного шантажа. Поставила весь мир в условия дестабилизации. Вот. Мы же прекрасно помним, как подходила Российская Федерация к вопросу продажи тому же Европейскому Союзу и нефти, и газа, как Российская Федерация искусственно создавала миграционный кризис на границе с Польшей. Ну и точек дестабилизации, которые Российская Федерация создает по всему миру, начиная от Южной Америки, заканчивая Африкой, Ближним Востоком и Средней Азией. Киев не приемлет никаких переговоров с Москвой, пока ее войска не покинут территорию Украины. В этом его поддерживают и международные партнеры. Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это ложный призыв. Россия использовала бы его для перегруппировки и усиления своих войск. И пока они не отступят с оккупированной территории, и речи быть не может и не должно быть о каких-либо переговорах. Угрожая Украине применить ядерное оружие, Россия поставила под угрозу мировую безопасность. В Пентагоне уверены, действия Кремля могут подтолкнуть диктаторские авторитарные режимы к разработке ядерного оружия. Ведь они увидят, что наличие ядерки предоставляет государству определенный иммунитет во время войны с неядерным соседом. Только разоружение России принесет безопасность региону, считают эксперты. Мы имеем дело с беспрецедентной сейчас ситуацией, когда руководитель ядерной державы угрожает всему миру термоядерной войной. И дальше ему нужно будет принимать решение относительно использования или неиспользования ядерного оружия. А это будет самый, наверное, опасный в нашей истории последних лет момент. Российская агрессия против Украины привела к кризису и в мировой экономике. Во Всемирной торговой организации уверены, из-за войны ситуация в следующем году только ухудшится. Если в октябре 2021 года говорилось, что мировая торговля, физический объем ее, в 2022 году вырастут на 4,7%, то в апреле месяце этого года говорилось уже о 3%. То есть 1,7% рост мировой торговли, по сути, было потеряно именно из-за начала этой войны. Сейчас они говорят, что в 2023 рост будет 1%. А отсутствие украинского продовольствия на мировом рынке привело не только к росту цен, но и угрожает голодом странам Африки, Азии и Ближнего Востока. В ООН заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину, оккупация украинских территорий и уничтожение урожая могут стать причиной того, что в следующем году 222 миллиона жителей планеты, вероятно, столкнутся с острым дефицитом продовольствия. Миллионы людей на Ближнем Востоке, в Северной Африке сейчас столкнулись с последствиями путинской войны против украинского урожая. Позвольте сказать прямо, это Путин создал продовольственный кризис. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, во время выступления перед дипломатическим корпусом ЕС в Брюсселе. Понимая значение и роль победы Украины, страну поддерживают не только главы государств-партнеров, но и их граждане. Европейский парламент опубликовал статистику, согласно которой 74% населения ЕС одобряют помощь Украине. Речь идет о санкциях против российского правительства, финансовой, военной и гуманитарной поддержке. Это также наша война. Украинцы борются и за нас тоже. Это очень важно для всех нас вносить свою лепту. Помогая украинцам, мы помогаем себе. Эта война не на другом конце света, а в Европе. Мы часть этого. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom.